Привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про довольно простой, но при этом интересный девайс от компании Nevox под названием Filin Mini. Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой панели изображен сам девайс в цвете, что ждет нас внутри. Также здесь есть логотип производителя и название самого устройства. На противоположной стороне у нас все, как всегда, технические характеристики, комплектация и небольшой скретч-код для проверки устройства на оригинальность. Открыв коробку, мы первым делом увидим вот такой вот черный конверт, в котором располагается небольшая инструкция и гарантийный талон. Под ней находится сам девайс с предустановленным картриджем без испарителя. А вот справа находится еще одна небольшая коробочка, в которой лежат кабель USB Type-C для зарядки устройства и испаритель. Для начала поговорим про внешний вид устройства. Это довольно приятный девайс в очень компактном корпусе. Устройство выполнено из ABS пластик, благодаря чему девайс обладает небольшим весом. Сам корпус устройства покрыт soft-touch пластиком, благодаря чему удержание этого девайса вызывает лишь положительные эмоции. По поводу цветов тоже никаких вопросов нет. Производитель представил сразу 6 штук. Монотонные, как в моем случае, чисто красные, и градиентные расцветки. На корпусе устройства нет никаких кнопок. Напряжение на картридж подается при помощи затяжки. На лицевой стороне, а именно в нижней ее части, находится небольшая табличка с логотипом производителя. Также в нижней части этой таблички находится небольшой светодиод, который информирует пользователя о заряде аккумулятора. На дне данного устройства разместился порт USB Type-C для зарядки девайса. Внутри Filin спрятался аккумулятор на 750 мАч. Заряжается он от 0 до 100% примерно за 1 час. Мощность у устройства может варьироваться от 10 до 18 Вт. В верхней части находится картридж, про него мы сейчас и поговорим. Его объем 2 мл, тут ничего особенного, работает он на сменных испарителях на сетке с сопротивлением в 0,8 Ом. Заправка осуществляется сбоку. Самое интересное в этом картридже кроется вверху, а именно прорезиненный мундштук. Когда вы его парите, создается очень необычное ощущение. В плане передачи вкуса здесь все так себе, тот же Zero будет гораздо интереснее, а вот никотин он передает довольно хорошо, ну и конечно же нельзя не отметить его прекрасную сигаретную затяжку. В конце могу сказать, что это довольно хороший девайс для новичков, он обладает отличной передачей никотина и хорошей сигаретной затяжкой, ну и еще у него аккумулятор на 750 мАч, чего должно хватать на один день парения, ну а если он у вас все-таки разрядится, то от 0 до 100%, как я говорил ранее, он заряжается не более чем за 1 час. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.